Всем привет, с вами Квина, и мы снова в Скайхолде. Мы с вами... Что мы с вами? Не общались с Блэквеллом? Путь Витязя. Открытая запись. В общем, это одна из тех книг, которые мы должны найти для того, чтобы найти путь Витязя. Но Блэквелла я не вижу. Вроде бы здесь, да? Или наверху? Где-то. Блин. Мы должны с ним поболтать, потому что мы с ним давно, лет 100 не болтали. Он опять невидимый. Ну, появись, давай, появись, появись. Я здесь стою, ты появляешься? Нет. Так. А сейчас? Объездчик. Давай с объездчиком поговорим. Может, он что-то скажет. Осторожно со своим зверем. У этой породы буйный характер. Ну, вон моя лошадка стоит. Так, все хорошо кормят. А, так, конюшня. Лошади, мы сейчас какую-то купили за ноль. Телесинский дорожный. Вроде бы. Сейчас посмотрим. И такая милая белая гривка. Пусть будет. Блэквелл, ты не думаешь вообще появиться? На этом этаже? На этом этаже. Блин, ну. Ладно, сходим в следующий раз к нему. Так, давайте поговорим с Кассандрой, может быть. Здесь она. Давно с Люби не говорили, вдруг они что-то нам имеют сказать. А, с Вивиан тоже, наверное, надо поболтать, с Колом. Что-то нужно? Не поделишься мыслями по поводу без повода? Следи за новыми рекрутами. Лена говорит, среди них наверняка есть шпионы, я с ней согласна. Так, так, так. Даже не спускайте глаз собрания владычеств. Когда они изберут верховную жрицу, все начнется стремиться менять, стремительно меняться. Надо справиться с красными храмовниками. Это важная часть армии Корифея. Ты знаешь, что нужно делать, инквизитор, говорит она. Это да. Whatever you need. How's it going? Do we have what we need? Our capacity increases, as do our requests to suppliers. I've had to threaten some contracts. It was exhilarating. Так, очевидно, все есть у них. Я думала, вдруг какое-то что-то найти надо. Ну ладно. Так, тут, кажется, в этой здесь кто-то сидит, или здесь есть здесь кузнецы, здесь ничего интересного. Стефан finally died. It was a blessing, really. He's been in so much pain since Haven. He's out of his mind at the end. Так, железный бык. Я думала поговорить с этим, о серых стражах с Блэквеллом. Ну, блин, не хочет он с нами общаться. Ладно, идемте в ставку командования. Поговорим. Посмотрим, что там за дела. Интересно, Вивиан там недалеко, не помню. Так, мы демонов убивали. Вроде ничего нового с них не находили. Тоже нового к столу не надо. Комнаты нам не надо. Подавал. Ой, блин, зачем я сюда пошла? Сейчас будет полдня грузиться. Думаю, железным быком пока рано говорить с сэрой. Вопрос. С Кассандрой вот можно было, но она ничего такого особого не сказала. С Вивианом мы как-то вообще особо не говорили. Основной вариант там типа... Хочешь с ней что-то закрутить, и все.
Так, не, мне кажется, сюда нам нужно, да? Хотя мы давно не говорили с магом. Нет, он не тут, он там. Нет, он не здесь. Я не помню. Он тут, но на первом этаже. Блин. Ну, туда не пойдем. Нет ли вести о доме отдохновения, миледи инквизитор? Какие наши дальнейшие действия? Надо, чтобы судья королевского двора достал документы, признающие их дворянство. Так, отлично. У нас много задач на сегодня. Вот бороться с мертвецами — это вообще важная задача? Или как? А, нет, мы же не нашли еще серого стража. Да, значит, нам все еще нужно в крест вот. Ну и пещера там интересная. Блин, у нас уже влияние столько. Хоть попой ешь. Так, влияние, специфика. Так, это новое задание, да? Давайте посмотрим ваш отчет по Маврану. Мавран со своим кланом отправился в долину Безмолвия, чтобы обосноваться там, где еще никто не предъявил право на землю. Когда они ушли в сторону от имперского тракта, их стало трудно выследить. Мы понятия не имеем, где они сейчас находятся. Ну и ладно. Рыжая Дженни из Лавьейский груз. Так-так, подруга. Сэра не может просто так брать и красть наши отчеты. Об этих событиях у нас нет никаких упоминаний. Записка Жозефины на письме, полученном от некого землевладельца. Предводитель инквизиции, до меня доходят сведения о сборе ресурсов с целью передачи их Венатории. Сообщаю вам об этом с надеждой, что вы сможете выяснить, кто несет за это ответственность. Пока это просто слухи. Проведенное мной расследование не принесло конкретных результатов. Все это происходит в горах за моими владениями. Так, если подменить указатели на дорогах, можно завести их в Вимарские горы. У торгового каравана хватит провизии, чтобы проезжаться там. Если же в поклаже в основном оружие, они долго не протянут. Задержать караван — дело небольшое, но скандальное. Мы доверяем этим сведениям. Если попробовать выкупить караван, станет ясно, ведет его честный купец или заговорщик. Так. Ну, давайте Лилианны. С кем последуем советам. Я надеюсь, я не пожалею, что ее послала сюда. Так, спасти разведчицу. Волшебская аристократия взяла в плен мельничиху, шпионившую для инквизиции. То и удалось сделать вид, будто один барсер лисянского двора, что она барсер лисянского двора, но обман рано или поздно вскроется. Выручить ее, пока пленитель не узнали, кто она, не потребовали выкупа, расследования или казни. Калин. Могу отправить войска с заявлением о том, что мельничиха разыскивается инквизиции. Сомневаюсь, что кто-нибудь станет чинить нам препоны. Хороший вариант. Инструменты для побега. Графиня Волшевения симпатизирует инквизиция. Она согласна переговоры об освобождении разведчиц. Инквизитор. Этот вариант нравится. Так, что там за новые задачи? Ну, уже отправлять некого. Добыча трав. Доступ к плодородным землям бананов и оживленному древнеримскому рынку. Древнеримскому. И там можно найти травы для изготовления ядов и зелий. Ситуация с торговлей Ферелден сейчас зыбкая, поэтому доступность трав сильно варьируется от недели к неделе. Если черный рынок, чем рискованнее источник, тем выше шанс остаться ни с чем. Интересно. Так, и нашим, и вашим. Среди вещей наемников, найденных в Кайр-Барнаке, был дневник. В дневнике упоминалось некоторые высокопоставленные клерки императорской бухгалтерии, которые, скажем так, язык без костей. Они продают наемникам все, что знают. Думаю, стоит чуть-чуть поднажать на болтуну. Болтун — находки для шпиона. Как они будут работать исключительно, так они будут работать исключительно с нами. Агентам надо будет, конечно, держать ухо востро, но я уже много лет пытаюсь найти глаза и уши в этом месте. Это интересно. Так. О, секретные туннели. Ну вот, не сделали это. Угу.
То есть мы в пещере, вот то, что были. Нужно вырыть несколько проходов. Наши агенты смогут проникать в крепость и покидать, и оставаясь незамеченным. Так, а здесь что? Ресурсы. Эмбриум и исторжение обсидиана. Непонятно, сколько оно мне нужно. Но мне нужны секретные туннели. Интересно, у кого скоро закончится миссия? Так, здесь сейчас 51, почти 2 часа. Здесь час. Здесь, по-моему, должно быть короткое. Спасти разведчицу. Да, 16 минут. Ну, в конце серии сходим сюда. Так, еще там какое-то задание, я не посмотрела вам. По поводу судьи. Выскочили судьи несколько разведчиков и офицеров. Он с радостью подпишет наши бумаги. Хорошо. В общем, минут через 15 мы этим займемся. Так, поехали в Крествуд. Где там он? Не здесь. Здесь где-то штормовый брег. А, вот и сюда. Поехали. Так, ну, меня отряд, в принципе, устраивает. Так. Бык с новым оружием. Сэра с новым оружием. Все молодцы. В кого не плюнь, все молодцы. Так. Не знаю, наверное, в туннеле рано бежать, но там столько все интересно. Я не помню, как я туда попала. Открываешь одну дверь, открываешь другую, и ты уже где-то непонятном месте. Не знаю, я, наверное, сбегаю, хотя за кадром, потом за кадром сбегаю в туннеле, потому что я думаю, там мы дойдем до какого-то места и остановимся, потому что их надо разведать разведчикам, ну, там, прорыть парочку, я не думаю, что там далеко можно пройти. Ну, конечно, снежок меня порадовал. Сейчас, наверное, надо в деревню сбегать и сообщить о том, что разбойников освободили, наверное. То есть освободили, убили. Я заговариваюсь, кошмар. Прошлая серия по этому Dragon Age занимала 18 гигабайт. Я сейчас их гружу на YouTube. Чтобы YouTube занимался рендером. Пусть мучается. Вы можете перемотать чуть-чуть вперед, потому что здесь эта загрузка долгая. Меня спрашивают, почему я играю постоянно магами, хотя у меня персонаж не маг, у меня персонаж танк. Просто если магов оставить наедине с ИИ, искусственным интеллектом, то они постоянно будут получать очень неплохо, им будут влетать от врагов, поэтому приходится постоянно их контролировать. Вот. И они должны делать то, что делать надо именно для боя. А если и это делает, то получается полная фигня. Так, давайте переместимся в замок. Хотя тут мы не ходили, поэтому давайте из замка пойдем. Сюда можно пройти? Нет. Ржавые ворота. Это то, что мы под низом ходили, под замком.
Давайте спустимся, выйдем на дорогу. И пойдем по миссии, поможем жителям. Ну и разбойников по дороге, наверное, поуничтожаем. Боже, это серия, полсерии загрузки. Так, а сюда откуда, куда дверь идет? Это мы здесь в туннеле спускались, да? Так, понятно. Значит, там где лестница? Так, здесь полно гриба, да, этого глубинного. Я уже ого, ого, как молнии. Я уже насобирала его на 10 лет вперед, этого гриба. Думаю, здесь еще будут пауки. Гриб. Сказала и собрала еще. Блин, красиво. Сталактиты, сталагмиты, сталагматы. Все такое. А мы к этой двери проходили, вы помните. Заходи. Кто тут? Так, подождите, что там? По квестам. Так, мы куда-то... А, подожди, это мы прошли там, не знаю, да? Трупы лежат. Ладно, поехали обратно. Ах, так. Скучаете, да? У каждого угла. Так поняла, что и постоянно тупит, если какие-то выступы рельефа есть природного происхождения. Хотя нет, природного вообще. Но пока что я особо не замечала, чтобы они меня так мучили. Так, смотрите, значит, спуск там есть, там проход есть или нет? Нет, я пыталась. Вот сюда идемте. Ящики. Интересно, там дальше есть проход? Нет, нету. Здесь просто осадный щит не надо. Спасибо. Простая подвеска, тотем, железная кора. Хорошая штука. Так, сюда не пройти, ладно. Ну, то есть, это все. Ну, ладно. Так, а мы там были? Я думаю, сюда можно пойти. Хотя можно, то смотреть, глубинный гриб. Интересно, здесь можно выйти куда-то? Не думаю, но красиво. И молнии. Интересно, там есть дырка? Нет, нету. Интересно, как же то свет молнии проникает? Ну ладно, идемте обратно. Здесь уже не будут сами расширять туннели. Без меня справятся. Ну, сходили в пещеру. Прикольные вот эти вот там стоят статуи с огнями. Кстати, кто-то каждый день ходит, их зажигает, эти огни, чтобы они в пещере были. Светились просто для кого-то, для кого непонятно. Так, здесь мы прошли, здесь прошли. Куда на выход с вещами, скажите? Тут можно оббежать замок. Я не хочу. Давайте, вам, наверное, туда надо. Здесь есть спуск какой-то? Спуститься. Ну, давайте спустимся. Тут высота довольно-таки приличная. Можно отлично упасть. Главное, что и если оставить наедине с самим собой, они начнут... Они не будут спрыгивать с крыши, они будут спускаться. Это вообще на выход, я надеюсь, да? Интересно, интересно. Я думаю, вдруг здесь что-то интересное за то время, когда мы здесь не были. То есть что-то другое. Клинок капитана пирата, вы видите? Другое. Да, блин, спрыгивайте, а? Хватит тут бегать, прыгать полчаса. 20 минут серии, а мы бродим тут. Не пойми, зачем, не пойми никак. Что здесь? Ага. Интересно. Побежали на улицу. В общем, нам туда, налево. Старая рыночная дорога. Мы здесь не были, поэтому давайте спокойно ходить, грабить, убивать, как обычно любят.
любит делать инквизитор. Вопрос на засыпку. Любимое задание занятие инквизитора. Смотрите, какая там красивая статуя. Любимое занятие инквизитора. Грабить, убивать. И все такое. Железо нафиг мне не нужно. Блин, а что, сюда можно подняться по этим штукам? Интересно. Куда-то мы пришли. Так-так-так. Найдено каменистый склон. Я такая, что ты страшная, Виви. Фиг с ним, что я тебя не могу разлить. Но ты меня тоже не можешь. Моя дорогая, я даже не пыталась вас злить. Пыталась. Уверяю, что нет. Но еще как пыталась, и ни хрена это не сработало, ясно? Конечно, дорогая, я понимаю полностью. Так, старая рыночная дорога. Мы ответвились немножко в сторону. Я не помню, не поняла, там была какая-то пещера? Посмотрите. По значку. Можно куда-то наверх подняться? Опять железо, где нафиг. Присвоить. А ну-ка присвоим. Присвоим все, что есть. Все, что плохо лежит, присвоим. Потайная пещера. Ладно. Истрепавшийся дневник. Ублюдки и разбойники стоят прямо через дорогу, так что мне хорошо видно. Удалось забрать кое-что из того, что они украли из странствующих торговцев. Вот уже они, небось, не ожидали, но я не боюсь. Если захотят со мной подраться, пусть только сунутся. Ну-ка, ну-ка. Пещера с разбойниками, очевидно. Совсем неинтересные находки в этой пещере. Грибы, грибы. Слышны грибы. Отсюда. Так. Че, вы не разбойники? Нет. Там я вижу фрагмент мозаики. Вы будете крепость обживать? Отлично. Все для крафта нам важнее даже, чем всякие ерундовины. О, обсидиан. Ну, чем жуткие твари бродят. А, обсидиан уже еще две штуки. Отлично. Так, а что здесь? О, еще обсидиан. Так, уже можно там что-то делать с обсидианом. Выполнять заявку. Гриб. Так, я думала, здесь разбойники, но разбойников нет. Там грибы? Ну, ладно, фиг с вами. Обсидиан собрали. Скажите мне, куда-то сила уходит, которую мы крафтим. Вот это вот. Так, через дорогу они сказали разбойники. Что-то не вижу разбойников. Нам в ту сторону бежать. Знаете, как жить в такой влажности постоянной? Все просто на глазах. Одежда разваливается, разлазится в разные стороны. Вот мы пришли в деревню, которую на самом начале мимо прошли. Ой-ой-ой, тут разбойники, наверное. А потому что я вижу три красные точки. Мертвецы у ворот. Давай сделаем это. Так, ну-ка, девчонка, давай. С луком стреляет. Это наши или не наши? Так, это защитники деревни, да? Так. Так, все, деревне помогли. Спасибо за помощь, но боюсь, это еще не все. Да ну. Сколько их мы потеряли? Этот раз никого. Видел, мертвяки лезут прямо оттуда, где старый колодец. Если вспомнить, сколько народу победил прямого верить, то не удивлен. Не поняла, старый колодец или старая это,
Так, кладбище я просто не рассмотрела. Что он сказал, не успела прочитать. Так, деревня бы помогли, и нам туда, вперед надо идти. Что-то там, ага, лестница. Интересно, куда она, о, там мешочек. Мешочек. Ой, это извините, я покопаюсь у вас в запасах. Не против? Обсидиан, драконий камень, ерунда, короче. Так. Тут у них главное, но очевидно не здесь. А мы сюда можем перемещаться. Видите, вон значок появился. О, молодцы. Так, опа, пам, нам сюда. Надо все дома облазить. Мало ли, что мы тут найдем. Почему Джудит не живет в деревне, когда такое творится? Создатель, если что-то случится, такая Джудит. Ну, я так громко говорил. Джудит живет в стороне от деревни. Когда пришли мертвецы, я просил ее укрыться здесь, но она и слышать ничего не хочет. Почему она не хочет укрыться в безопасности? Говорит, нужно свое пространство. Я говорил Джудит, у меня большой дом. Мы с мальчиком могли бы спать в амбаре, если нужна комната. Она меня прогнала. Странно. Что, навестим ее? Проведать Джудит, хорошо. Проведаем, так и быть. Ты-тарин-тин-тин. Стенки упираться не надо. Так, здесь какой-то квест. Открыть можно. Создатель, это точно конец света. Ты можешь открыть, интересно? Нет. Мертвецы еще там? Так, интересно. Нам кто-то наверх. Я попытаюсь, конечно, побить это все дело мечом. Ну, наша сила есть в крепости. Наконец, у нас есть с кем торговаться. Но я что-то не вижу, чтобы у тебя была активная тут какая-нибудь лавочка. Написано магазин, а толку? Не магазин, магазинного какого-то нету. Так, лестница, отлично, нам наверх. Крестовский староста, да, где-то здесь обитает. Может, у него ключик на к той двери? Староста, у вас есть что интересного? Ничего. Инквизитор, я Дедрик. Староста деревни Крествуд, к вашим услугам, несмотря на все. Вы перешли бороться с мертвецами? Ну, почти. Мы ведь поборемся, не бросим их. Вот так плотине заперты. Ключ у вас? Зачем? Вы собираетесь погасить тот зеленый свет? Действительно, ибо после него мертвецы и стали приходить. Но, ваша милость, не рискуйте собой. Поверьте, я разобрался с врагами поужаснее разбойников и мертвецов. Тогда у меня нет выбора. Этот ключ открывает ворота к механизму плотины за крепостью. Разрыв, видимо, в пещерах под старым Крествудом. Ну, инквизитор, я бы на вашем месте не задерживался. Не хочу узнавать долго, болтать с ним. О, там книжка какая-то. Андерфилс. Надеюсь, вы успели прочитать на паузе. Так. Какой-то ключ нам дал. Интересно, он к этому дому или может просто побить? Давайте попробуем. Ай-яй-яй. Не открывается. Уходите. Наверное, там кто-то забаррикадировался.
Раз он нам кричит, уходите. Так, в этом доме мы не были. Давайте откроем, посмотрим, что там. Вдруг тут есть какая-то запись или еще что-то интересное. Ничего. Ворвались в дом человека. Здесь весь тех разбойника хорошо покромсали. Прошлой зимой они все унесли. Смятое письмо. Отец сказал, что разбойника можно обойти, если пойти через перевал мертвеца. Если выйдешь на закатов, то и волков не встретишь. Так-так, интересно. Интересно, мы все обошли дома здесь? Наверное, нет. Вон там закрытая дверь еще. Безбрези. Вы справились с бандитами сами. Отпусти меня. Найти дверь, ведущую к плотине. Да ты что? Найти ключ. Почему ключ ведет, да? Он предлагает нам выпить, потому что мы бандитов покромсали. Так, здесь заходили. Стоячая вода. Так, в этом сгоревшем доме у меня были тоже. Мало ли что можно найти. Сундук, но я не вижу никакого. Ничего. Даже мешка какого-нибудь заплесневелого. Посветлело как-то, да? Мешочек, хоть что-то. Девик, ну не так, что, не так, чтобы очень. Так, давайте посмотрим, что же у нас по миссии надо. Непонятно. Запертая дверь, которая непонятно как открыть. Как купец. Что там за купец? Дверь, ведущая к плотине. Отбейте крепость, чтобы добраться до плотины. Поговорите с крестом старостой. Помогите кресту откуда бороться с мертвецами. Так, это, видимо, та девушка, которая надо узнать, как она поживает. Так, разрыв северные ворота. Давайте разрыв закроем. Я думаю, тут недалеко бежать. Восточные холмы мы тут тоже не были. Хотя дверь открыта, может и были. Джейна. Видели, как серые стражи спасли меня от тех мертвецов? Это потрясающе. Мне нужно узнать, набирают ли они рекрутов. Можно понять, как кто-то хочет стать стражем. Ох, создатель, да вы же инквизитор. Ну, стражи ведь и правда герои. Они спасли меня от тех демонов, ваша милость. Когда вокруг такое творится, хочется также помогать другим людям. Какой тебе? В смысле, они, конечно, герои, но все время драться с этой пакостью? Найди другой способ помочь людям. Прямо сейчас у стражи много своих собственных проблем. Да, ваша милость, уверена, я и по-другому прихожусь. Забербован агент. А, отлично. То есть мы ее завербовали, да? Какие мы молодцы. Влияние подняли, и опыта набрали. Прям все не зря сегодня. Интересно, удастся ли нам закрыть этот разрыв здесь? И куда мы в конце концов придем? Слышно какие-то противные писки-визги, мертвяки вон на дороге. Ой-ой-ой-ой-ой. Ужасы, ужасы, ужасы. Так, они где-то там бегают, а нам их убивать надо. Сейчас этот как весь возникнет, а? Нет. Развеять. О, развеяние отлично действует. Ослабили.
защиты наложили. Ой, клево, он опрокидывает. Красный бык. Все. Так, ничего не собрали с них. Зажимистые демоны оказались. Так, интересно. Что-то они тут бегали. Железо нафиг. Сюда. Что-то они тут бегали. Потерялись. Надо посмотреть на карте. Куда-то вообще налево пошли. Я просто смотрю, здесь красивая статуя. Надо глянуть, что с этой стороны холма. Вроде ничего интересного. А статуя симпатичная. Я думаю, если бы вы шли по дороге в дождь, вы были бы рады. Хоть на что-то интересное посмотреть, что по бокам дороги. Тут тоже, видите, какая-то старая статуя, видимо, была. Видны следы обработки людьми, ну или другими существами. Сознательными. С руками, ногами, со всеми делами. Так. Чё? Ты идешь, блин, а? Да бейте их, что вы там скучаете, стоите. Врагов пока что нет. Сейчас будут, сейчас будут. Так, сколько? Где тут самые противные враги? Пока не вижу. Мертвяк, мертвяк. Демон гнева. Так, у Квина там, наверное, собралась вот эта штука. Где оно? Странно. Нету этих штук специальных, которые новые обученные у инквизитора. Ладно, ладно. Базовая атака. Надо их бы приморозить, но очевидно уже делала это. Развеиваем его щит. Немножко его сбили. Видите, как он грустно сидит? Так. На ребят надо наложить защиту. Ты посмотри, как Квину поранили, а? Офига себе. Что-то меня так бацнуло. Квина. Окей. Так, я что, сохранить невозможно. Хотела посмотреть у Квины, куда делось ее кольцо пробивания обороны. Ну, давайте возьмем. В принципе, не особо пользуюсь. Хотела посмотреть, куда делось ее умение. Так, ну-ка, ну-ка. Блин, не то. Умение. Бэм-бэм-бэм, вот это. И куда его деть? Игрик. Да. Так будет хорошо. Как-то я его упустила. Меня поранили, бедную Квину. Хотя у нее все так хорошо настроено. Печально. Какое-то озеро милое очень. Фиски корень, блин, редкое растение. Ну, не редкое, часто встречающееся, но так часто его пользуем везде. Что ужас. Там такая-то пещера. Броня не спасла нашу героиню. Бешеных потерь. Грибы, грибы, грибы. Сейчас чила будет, наверное. Что здесь? Добычу. Чуть не пропустили, ведь?
Далийский сикач. Бесполезно. Вход воспрещен. Открыть. Нельзя открыть с этой стороны, блин. Ладно. Добычу нафиг. Хотя продали бы хоть что-то. Так, ну, теперь мы поедем. Полетим. Пещера. Так, ой, мы, кстати, недалеко. Вот отсюда. Пойдем сюда сходим. Ну, относительно недалеко, конечно. Так, я к выходу двигаюсь, надеюсь. Вроде да. Сколько грибов, а? Сколько можно? Что здесь было? Ничего, просто стены блестят, блин. Ну, хоть гриб нам путь освещает, да? Не будем его собирать по этому поводу. Какие-то разбойники, очевидно. Блин, демон, ты откуда вообще взялся? Здесь разрыва уже нету. Два демона, сказала. Так, ну-ка, защита на ребят. Оу, блин, а. Так, Квина там одна дерется с этим гадом. Ну и уработала его. Грозовая руна, это отлично. Не прям так, что шикарно, но отлично. Нам нужны деньги. Денег очень мало, но очень хорошие вещи продаются в лавке у нас возле дома. И чтобы их купить, нужно заработать минимум 11 тысяч. Нет, 11 тысяч это только на одну шмотку. Так, а мы куда бежим? Там стоит пометка. Блин. А, это можно было здесь пройти, если бы там было открыто, но там закрыто, поэтому... Посмотрим, можно ли здесь пройти, вот здесь. Здесь вот. Думаю, что нет. Здесь вроде как завалено все камнями. Или нет. Или мы куда-то идем. Да, мы здесь не были. Учитывая, здесь было все темненькое, значит не были. Хорошо. Новое место. Новый форт. Раздолбанный какой-то. Я думаю, деревня, крест тут. Так, мы были в какой-то деревне. Забери к себе страж после смерти. А, к меня к себе после смерти. Оказывается, начать ленинг. Я сестра вон. Староста собрался наконец осушить озеро, а мне надо, чтобы кто-нибудь нашел там останки погибших. Хотите достать тела из одного озера? Все недители создателя, их земные тела заслуживали лучшей участи, нежели покоиться в трясине. Отпевание может смириться живущим, поможет. Я помешала похоронной церемонии. Во время первого нападения мы потеряли многих. Траур не скоро закончится. Сколько еще погибших попадет на погребальный костер, вот что меня волнует. Значит, осушить озеро, вы о чем? Мертвецы появились, как только на озере зажегся свет. Чтобы остановить их, надо разобраться, что происходит. Но староста никого туда не послал. Наверное, он думает, что оттуда выйдет еще больше чудовищ, если не будет воды. Нагадочно. Да. Присвоить. Так, присвоили памяти утопших. Мешок. Поставлен так посередине. Присвоить лесопилку. Когда мы уже какой-нибудь карьер присвоим? You know,
Ты же собираешься меня толкать свою фигню, чтобы переманить меня? Нет. Что тут забавного? Ты не самая подходящая кандидатура в Видаторе. Чего хотела бы? Очень даже быть Виви этой хренью. И получше многих. Забавные. Так, ну мы с квестом там разобрались, да? Да. И в деревню можем спуститься. Странно, два значка, ну ладно. Пещера. Потайная пещера. Так, а мы были там? Да, были, были. Там прохода нет. Так, и нам надо куда-то в замок. Найти дверь, ведущую к плотине. По квесту. Разбит лагерь. Лежит бездна. Так, нам надо по квесту. Ну, это мы сделаем в следующей серии. Спасибо, что были со мной. Всем удачи и пока.